Не политический тогда вопрос, можно переформулирую. А, все меняется, и наша прекрасная Русская Православная Церковь тоже меняется. Вот за последние 15-20 лет, какие вы бы могли выделить такие крупные изменения, которые вам действительно очень нравятся? Мне очень нравится, что наша церковь стала церковью кающихся. Что в нее вошли миллионы людей, рожденные, воспитанные, созревшие и выросшие, без всякого влияния христианства. Иногда вопреки христианству, иногда при помощи какого-то слабо разжиженного света христианской культуры, но прямого воздействия церкви на человека, как правило, ни у кого из людей не было. И вот церковь наполнилась миллионами новых душ, которые пришли в нее, как и положено, приходить через проповедь Иоанна Предтечи, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть наш народ, как бы в лице миллионов своих людей, исполнил самые главные страницы Евангелия. Уверовал в Иисуса Христа через покаяние. Это большинство наших прихожан. Сейчас попросить, например, поднять руку человека, например, который христианином является с детства, который говорит: я помню себя в 2 года, я причащался, я помню себя в 3 года, мы читали правила, я помню себя в 5 лет, мы ездили с мамой в Дивеево и с папой, я помню себя в 7 лет, у нас дома постоянно гостили священники. Покажите мне такого человека. 1-2 на всю там, значит, на 10 тысяч. Это даже не процент, это 0,001% от общей массы. Остальные все пришли, как бы, значит, с кошмаром, понимаете, полный, так сказать, их нужно было вычесывать, как бы, против шерсти очень долго, чтобы это все из них вычесать, потому что они пришли действительно такие блохастые такие. Вот. Но пришли, собственно, это и есть проблема, как бы, да, потому что приходят люди, как бы, Горбатого, что, как вы знаете, исправляет только могила, а тут приходят к церкви, чтобы тебя Горбатого церковь, чтобы исправила. И вот церковь равняет Горбатых потихоньку, как бы, и их много, меня это очень радует. Наша церковь, как было до революции, православие передавалось по факту рождения всем. Раз ты родился русским, то ты православный. Родился бы ты там татарином, был бы ты мусульманин. Это была заезженная, твердая традиция, которая, конечно, облегчает жизнь, потому что нас так много и все такое, но она совершенно лишает веру качества, потому что ты получил ее в нагрузку по факту рождения, и как бы больше ничего от тебя не требуется. Все христианское называется исполнить долг. Когда, говорит, человек, допустим, спрашивает, ты перед Пасхой причастился, то раньше спрашивают, ты исполнил долг? Ну что это такое? И вот они все исполняли долг, и всем было так, кстати, большинству было вот так вот на православие, так, понимаете? Потому что оно получалось, как один шутник сказал, что если православие, христианство передается по рождению, то тогда получается, если вы родились в булочной, вы были бы бубликом. То есть я не могу получить христианство просто как бы потому, что я родился в нем. И вот наступило время сегодня, когда люди приходят к христианству лично, приходят с болью, приходят именно за тем, что надо, за утешением. То есть погибающим нужен спаситель, огорченным нужен утешитель, как жаждущему нужна вода. И вот к колодцу церковному пошли миллионы людей для того, чтобы от духа утешиться, от Христа спастись. Что, ну и все, отсюда проистекает очень много другого хорошего. То есть все остальное хорошее, это уже производное от первого. Только знаете, когда вот течет речушка, например, не глубокая речушка, но чистая, из нее там, например, там черпнул кружкой воды и напился. Хорошо. А когда к ней пришло, например, 200 человек попить, например, и они так с нее черпали, что подняли весь ил со дна, и уже эта речушка кажется нам не такой чистой, она уже взбаламученная. Вот это произошло с церковью тоже. Она стала многолюднее, известнее, уязвимее и взбаламученнее. Потому что если раньше из нее пил один человек и песок с дна не поднимал, то теперь из нее пьют 25 человек на перегонки, причем друг друга отпихивая. И подняли весь ил со дна, понимаете? И церковь взбаламутилась. Она грязнее не стала. Вода в ней как была, такая и есть. Просто нужно, чтобы ил осел, песок сел обратно вниз. Потому что мы ее перебаламутили. Кем? Собою. Мы пришли, ввалились в нее с своими проблемами. И она как бы начала охать и ахать над нами, пытаясь нам помочь. Пытаясь, так сказать, исправить того самого Горбатого. Некоторые исправились, кстати.
Вот, и ныне хвалятся прямой осанкой. А некоторые до сих пор в стадии исправления. Поэтому все беды наши, это тоже благие беды. То есть то, что церковь стала объектом критики светских СМИ, то, что у людей на языке там, а вы такие, а вот там православие такое, это значит, это тоже наши плюсы, потому что православие стало фактором нашей жизни, оно таким и останется. И оно не стало грязней, просто воду в реке взбаламутили, большое количество захотевших попить. Это тоже наш плюс. То есть наши минусы, в принципе, это продолжение наших плюсов. Ну, так оно. Так что здесь есть чем порадоваться. Другое дело, что, знаете, одни говорят, ну, кругом попы, ну, куда ни пойдешь, везде попы. В школу пошел, там поп сидит, значит. Пошел туда, там попы. Туда пришел, как бы, тут попы. А наши говорят наоборот, говорят, да где же вы есть все? Знаете, значит, ну нигде этих священников наших нету. Говорит, куда не пойдешь, там то у него времени нет, то там он добраться не успел. Значит, вот так вот. Вот попади, всем угоди. Кому-то кажется, нас везде много. А кто-то говорит, слушайте, да нас же так не хватает. И везде нас не хватает. Так что, в принципе, мы вошли в очень творческую, очень болезненную и творческую эпоху, которую 100% застоем не назовешь. Вот в чем нас нельзя обвинить, в том, что у нас застой церковной жизни. Этого нету. Из речки пьют, и речка взбаламутилась. Вот характер нашей церковной жизни. Аллилуйя. Аллилуйя, да. Батюшка, ну, последние изменения, которые наверняка все начали замечать, это широкая миссионерская деятельность в приходах. Особенно это, конечно, в больших городах заметно. Вот как вы бы хотели... Ну, хочется просто узнать от вас, как от опытного миссионера, пару советов по активной миссионерской деятельности среди молодежи в городской среде. Потому что Москва, может быть, не показательна. Здесь все-таки людей вообще много. Но в других городах России на приходах организуются общества, но они очень маленькие. Не все готовы участвовать активно, понимаете? То есть это не проблема нечего делать, а проблема некому делать. Совершенно верно. Вообще все, что в России всегда делалось и делается, делается не благодаря системным направленным усилиям, а благодаря беспокойству отдельных энтузиастов. Именно беспокойство от этих вот священно-малахольных людей – создает Россию, делает ее такой, какой мы знаем ее на протяжении всей ее истории. И главный дефицит, на самом деле, дефицит жизни, это расцветшая личность. То есть как только появляется расцветшая личность в любой сфере, вокруг нее начинает вихриться, завихриваться жизнь. То есть появляется какой-нибудь там Товстоногов, например, там, в театральной жизни, начинается какая-то эпоха Товстоногова, например. Появляется какой-нибудь там Тарасов, например, в хоккейной сборной. И начинается какое-то меняется мировоззрение целого народа. То есть единственный дефицит, который может быть, это дефицит расцветшей личности. И вот человек, это каждый является личностью. Каждый. У нас нет людей, личностью не являющимися. Но я говорю именно об расцветшей личности. О личности, которая нашла себя саму. То есть не о тех петухах, которые притворяются собакой. Потому что многие люди живут не своей жизнью. Всю жизнь живут не свою жизнь. И не знают, кто они такие. Как только человек находит себя и понимает, кто он, его личность расцветает, как взорвавшийся бутон. И вокруг нее начинают крутиться пчелки, начинает пахнуть жизнь вокруг нее. То есть начинается жизнь вокруг расцветшей личности. Поэтому везде, на предприятии, там, не знаю, в армии, медицине, жизнь движется вперед и не гниет. Там, где мы имеем дело с расцветшей человеческой личностью, группирующей вокруг себя коллектив единомышленников, там, тянущих к себе других. Так же и в церкви. Как только появляется какой-нибудь человек, который занимает какое-то особое место в жизни, что почему-то к нему идут. Его спрашивают, там, с ним советуются, хотят, как-то к нему хотят возле него потереться, погреться об него. Вот там начинаются и братства, там начинаются и группы по изучению Евангелия, там возникают какие-то движения молодежные, там в разном реставрость, например, там какой-нибудь там, или там спасем храмы русского севера. То есть это все возникает вокруг человека, который вдруг распустился, как лотос, как бутон. Вот. Поэтому наша, в общем-то, творческая задача — это помочь человеку распуститься, расцвести.
вот то, что называется человеческой массой, это некий усредненный поток людей, которые находятся в состоянии духовного сна. Человеку нужно проснуться, и вот эти просыпающиеся люди, они движут жизнь. Вот, и это единственный дефицит. Все остальное, например, там, вот денег не хватает, например, да, там, скажем, там, книжек не хватает, там, что там еще не хватает, там, меда не хватает, молока не хватает, там, тесового леса не хватает. Это все будет. То есть все будет, и мед, и лес, как бы, значит, и уголь, и, значит, это самое, и уксус. Как только появляется человек, под него появляется все. Вот деньги, например, не появляются под просто проект. Деньги появляются под творческого человека, на которого не стыдно и не страшно положиться. Должен быть человек и должно быть дело. Как только появляется человек и дело, появляются деньги. Это тоже закон. Просто деньги так, дайте нам денег. А зачем вам? Ну просто, чтобы было. Как-то, когда они лежат, как бы спокойнее спится. Нельзя, чтобы это... То есть сначала человек, потом у человека дело, потом начинается жизнь крутиться вокруг него. Вот что нам надо. И в миссионерстве тоже. Придумать, например, какую-нибудь программу можно. Можно обеспечить ее наполнением, там, скажем, раздаточным материалом и так далее. Это все хорошо. Но люди будут слушать того, кто не потратит, не пожалеет времени и сил глаза в глаза с тобой вести борьбу за твою бессмертную душу. Просто книжки раздавать, как бы, этого мало. Надо, чтобы кто-то горел на своем месте, как свеча на подсвечнике. И тогда к ней будут слетаться люди. То есть это единственная проблема любого хорошего дела, в том числе и миссионерства. Поэтому церковь, собственно, она же и является чем? Она является благодатной средой для раскрытия в человеке его внутреннего сокровища. Это и есть церковь. Когда человек находит Бога, он находит параллельно сразу и себя. Человек, который находит Бога, он похож на спящую красавицу. Он говорит, помните, как долго я спала. То есть, такое, то есть жизнь прошла мимо. Пока Бога рядом не было, и меня перед Богом не было. Жизнь была полна чего хочешь, только ничего важного. И она очень быстро прошла, как бы, вот и все. Поэтому человеку нужно найти себя. Бог нужен в том числе и для того, чтобы себя самого найти. Чтобы не жить чужой жизнью. И тогда, если это чудо происходит... Тогда начинается все по-другому. Сразу начинается все по-другому. Вот в этом есть главная нужда. Общежизненная нужда. Миссионером может быть медсестра, которая, например, почему-то, например, не гавкает на больных, из-под которых выносит судно. Вот все остальные гавкают, например, на них, да? Потому что неприятно выносить из-под человека судно в больнице. Ей тоже неприятно, но почему-то она не гавкает. Она находит силы улыбаться. В чем тайна ее улыбки? Вот, может быть, мы докопаемся до этой тайны и узнаем, что она просто Божий человек. То есть миссионером может быть любой человек на любом месте. Продавец, который вас не обманывает, это миссионер. Понимаете? Вот пошел однажды покупать черешню, например. А тебе говорят, посмотрел там, попробовал пару штук, какая хорошая. Говорит, берите прям с ведром. Только дома узнаешь, почему с ведром, потому что она вся гнилая внизу. И только сверху слой на два пальца нормальной черешни. Пойдешь ты к такому человеку потом покупать? Никогда в жизни. А если у него был крестик на груди, то эта сволочь, значит, совершила антимиссионерское действие. А если ты что-нибудь подобное, противоположное будет в твоей жизни, когда ты, например, приходишь, говоришь, дайте мне вот это, а он тебе говорит, ты знаешь, там внизу гнилая, все ведро тебе не продам. Мне потом будет интересно к этому человеку прийти. То есть не обманывать при купле-продаже – это один из главнейших принципов религиозной жизни, кстати. Он проговаривается в Библии бесчетное количество раз. Во второзаконии, в притчах, в числах, и в Иезекииле, там, и так, в Иеремии и так далее. Вот вам миссионерство, потому что я пойду покупать что-либо, там, гвозди, болты, крепления, там, не знаю, там, инструмент столярный, слесарный, к тому, кто мне все расскажет, говорит, слушай, ты это не покупай, покупай это. Ты ко мне еще раз придешь потом, с благодарностью придешь. Вот тебе миссионер, на каком-то этапе мне будет интересно, в кого он верит. И если вдруг окажется, что он мусульманин, то возникает риск и мне стать им, потому что я в нем увижу ту честность, которую в других отродясь не видал. Слышите, какие бывают миссионеры? А если я вижу человека с крестиком, который меня надул, нагрел, обманул, понимаешь, там, юрист какой-нибудь, там, адвокат, не знаю, там, продавец, там, чего хочешь. У меня возникает вопрос вообще о том, вообще, что это за люди с крестиками, у которых главный бог – это деньги, а главное – таинство надуть ближнего.
Вот, вам, вот в каком миссионерстве мы нуждаемся. Что раз ты христианин, сделай свое дело хорошо. Кем бы ты ни был, продавцом, таксистом, зубным врачом, делай так, чтобы тебе пришли. И через на пятом посещении тебя же одним и тем же человеком у тебя откроется рот сказать, почему ты так хорошо делаешь свое дело. Тебя сам человек спросит, говорит, слушай, а почему я вот сменил много докторов, там много штукатуров, поменял много садовников, почему ты так хорошо делаешь свое дело? И у тебя появится возможность от Бога через твою честность сказать, я делаю свое дело так хорошо потому, что к этому меня понуждает моя совесть и церковь. Я верую в Бога, и Бог так говорит. В Святой Книге так написано, нам священники так говорят. Вот таких миссионеров нам и не хватает. А если мы подумаем, что а вот там отец Андрей там бегает, как угорелый, там бегает, ну пусть бегает, там что-нибудь получится. Например. Потом будет бегать там отец Семен, потом отец Илья начнет бегать. Мы скажем, ну вот уже трое бегают, как бы, а я-то что? А у меня Бог, деньги, а главное таинство ближнего нагреть. Тогда мы разрушаем христианство одной рукой, созидаем его другой. Поэтому вот нам не хватает такого, таких миссионеров. И если мы рекрутируем в такое миссионерство все 100% наших прихожан, все, вы не узнаете Россию через 3 года. Там, где ты работаешь, там и делай свое дело на ядь, потому что ты христианин. Это все. Все, считайте, что 100% верующих, все миссионеры. Батюшка, не знаю, последний успеем ли? Вопрос очень... Думаю, еще два успеем. Спасибо, успеем. Господи. Вот такой короткий вопрос, но очень емкий. Очень тянет в монастырь. Вот как определить, это призвание Бога или... Мы не знаем о возрасте этого человека, а его, то есть мы не знаем его историю, так сказать, его послужной список, бэкграунд. И там надо подумать, конечно, но вообще желание идти в монастырь – это чудесное желание. Над ним нельзя ни смеяться, ни критиковать его, даже если жизнь человека в монастырь не придет. Может случиться так, что он не придет в монастырь, но само желание идти в монастырь, оно великолепное. Народ, который из себя не выделяет некую маленькую часть лучших сынов и дочерей, которые уходят в монахи, это мертвый народ. Там нет геройства, там нет подвига, там нет благородства, там небо закрывается над человеком. Нужно, чтобы в народе были те, кто острее других чувствует, что небо открыто, оно живое. На небе живут, там не самолеты летают, там люди живут. Значит, и те, кто на небо хочет, это и есть будущие монахи. Но нужно, конечно, знать, как давно появилось желание. Потому что его нужно проверить. Скороспелое желание, конечно, оно имеет одну цену, а желание многолетнее – другую. Потом нужно познакомиться с жизнью монастырей. Побыть там, чтобы немножко поесть монашеской каши. Посмотреть, там игумен, например, пьет, а там игуменья, например, там злая, как зараза. А там вроде более-менее. Вот уже, значит, уже есть кто-то выбирать. В монастырях нету ангелов. В монастырях люди, люди, ведущие войну. Окопные офицеры вполне отличаются от офицеров парадных. На параде офицер весь вот такой вот весь, в орденах и с подшивой, и в блестящих сапогах. А в окопах офицеры другие. Так вот, монахи – это окопные офицеры, это воюющие люди. От них ждать какой-нибудь пушистости, красивости, ласковости – глупое занятие. В монастырях суровая жизнь. Там знают, как трудно вообще жить на свете и спасти душу. Поэтому нужно посмотреть, где тебе больше по душе. И иметь на монастыре открытые глаза. Не ждать, что там все святые. Вообще, в конце концов, чтобы быть монахом, нужно быть либо железным, либо золотым. Это сказал старец Амвросий. То есть, либо всех любить по-настоящему, как золото быть, либо терпеть, как железо. Совсем смиряться, все терпеть. В противном случае, при третьем варианте, считайте, что ничего не получится. Так что нужно проверить свое желание, приобрести некоторый опыт. Потом нужно знать, сколько лет человеку. Кто этот человек? Женщина или мужчина – это разные вещи. Женское монашество совершенно не похоже на мужское. Оно в каком-то смысле тяжелее, потому что у женщины нет иерархического роста. Монах-мужчина может быть диаконом, священником, архимандритом, епископом, в конце концов, и так далее. А женщина как залезла в черное тело, так в черном теле простой монашка, она и умрет. Надо быть к этому готовым. Потом у женщин есть материнский инстинкт, а у мужчин он очень ослаблен. Он в 5 раз меньше или в 15 раз меньше. Женщин детей хочется. Ей не блудить хочется, и детей хочется. Там мужикам блудить хочется часто. А женщину зовет инстинкт на материнство.
Надо понять это тоже, если это о женщине идет речь. Потому что монашество будет здесь такой серьезной смирительной рубашкой. Женщине нужно будет много психологически перестрадать. Короче, это вопрос священный, великий, красивый. Нужно к нему серьезно подойти. И в любом случае, будет человек монахом или не будет, нужно благословить его имя уже за то, что он думает об этом вопросе и мечтает о монашестве. Таких людей должно быть неизбежное какое-то небольшое количество. Если их у нас не будет, Алёши Карамазовы должны быть. Гляньте вот в эту братья Карамазовы. Там старый отец-развратник. Там брат Митя буйный, непонятно, его страсти раздирают. Брат Ваня холодный, как змей, как дьявол там. Смердяков, про него говорить нечего, про него сама фамилия все скажет. Там зоопарк кругом. И в этом зоопарке должен быть один живой человек, Алеша Карамазов. Молодой послушник монастыря. Здоровый, красивый парень, не потому пошедший в монастырь, что его девушки не любят. Все нормально. Красивый, молодой, здоровый парень, который Бога полюбил. Во всем нашем зоопарке должны быть люди, которые хотят Богу служить. А если таких людей не будет, тогда будет просто конец истории. Благодарим, отец Андрей. И, наверное, уже завершающий вопрос. Порекомендуйте три книги, которые вот насущны были бы для душевного нашего развития. Вот с вашей точки зрения. Шорт-лист от отца Андрея Ткачева. Да. Вопрос несколько провокационный, потому что в шорт-лист могут войти только фундаментальные вещи, например, такие как «Божественная комедия», например, там, или «Фауст», или «Евгений Онегин». Потому что здесь, то есть не прочитавши эти книги, как бы, ну, трудно вообще понимать что-либо в литературе. А есть текущие вещи, которые нужны разным людям в разном возрасте и в разное время. То есть если будете на отдых ехать, надо брать какую-то полегче книгу. Там, наверное, там. Одним словом, в шорт-лист, в три книги нужно вмещать что-то очень масштабное. Например, «Войну и мир» или тех же братьев Карамазовых. Но я никогда не дерзну свести такой лист до трех книжек, потому что должно быть либо 33, либо ни одной. То есть нельзя в три книжки, так этот вопрос не вмещается. И даже я вам скажу, что Библию святую в одном экземпляре, так сказать, вот дайте мне Библию, все остальное заберите. Так тоже нельзя. Библия одна сама по себе не читается. Нечитаема она сама по себе. Она читаема только с огромным количеством сопутствующей, объясняющей литературы, потому что любой текст живет в контексте. И существует библейская герменевтика, существует, скажем, там, библейская археология, существует куча разных сопутствующих наук, помогающих понять смысл библейского текста, без которого он просто не живет. Вообще Библия — это библиотека. На самом деле мы же знаем, что в Библии есть, например, эпистолярный жанр. Там есть письма и дневники. В Библии есть гимнография. Это, например, «Песня песней» там, и «Псалтирь». В Библии есть хроники. Это книги царств. В Библии есть «Космогония». Это книга «Бытия». В книге есть «Апокалиптика». Это книга Даниила, книга Иоанна Богослова. В Библии есть жанр «Жития». Это жизнь Ильи, жизнь Давида, подробно описанные. Собственно, жизнь самого Господа Иисуса – это отдельный жанр. Так что, когда мы держим в руках Библию, мы тоже одну книгу в руках не держим. Мы держим 22 книги Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. То есть мы держим библиотеку в руках. Так что говорить об одной книге, о двух книгах, о трех книгах невозможно. Нужно читать Библию и все, что помогает понять Библию. Вот Николай Сербский говорил: прочтите Библию от корки до корки, а потом отложите ее в сторону, не читайте ее, как, например, год или два совсем. А в это время читайте научную фантастику, не знаю, политические детективы, газеты, научные очерки, иностранную какую-то литературу, там, отечественную классику. Читайте все, что рука человеческая пишет. А потом через год опять возьмите Библию, и вот только тогда вы поймете, что такое Библия. То есть Библия сияет, как Божие Слово, на фоне слов человеческих. То есть нужно прекрасно понимать, чем отличается слово человеческое от слова Божьего. Почему простое слово апостола, например, там, умещающееся в полстроки, сильнее, например, чем целый роман «Война и мир»? Сильнее. Почему, например, писатели светские выбирают в эпиграф своему произведению маленькую строчку, например, из Священного Писания?
Почему? Да потому что эта маленькая строчка равна всему произведению. Что пишется в начале Анны Карениной? «Мне отмщение аз воздам». Вот про это и роман. Вот это маленькое предложение, это и есть роман. Что пишет там Лермонтов в начале «Демона», вернее, в начале «Мцыри»? Там «вкусил немного меду и опять умер, и теперь умираю». Там из книги «Царств». То есть, чтобы понять Библию, нужно еще 1000 книг прочесть. А чтобы жить по Библии, нужно много наплакаться. И вот это, собственно, и есть жизнь на самом деле. Понять и сделать. То есть, поработать и наплакаться. Поэтому 3 книжками здесь я никак не ограничусь. Спасибо, господин. Спасибо. Отец Андрей, мы вас искренне все благодарим и с большой любовью. Сейчас одну секунду, друзья, подождите минуточку. Прежде чем отпустить вас, хотим подарить подарок и попросить у вас общего благословения на все дела, на все дни. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус, чем во гробе к живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе к живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе к живот даровал. Дорогие братья и сестры, в идеале православный человек должен быть работящим, терпеливым к жизненным трудностям, благодушным и благорасположенным к окружающим людям, семейственным обязательно и набожным, богомольным человеком, находящимся в пути, готовящимся уйти в другую жизнь, смотрящим на эту жизнь как на беговую дорожку, как на место разбега и трамплин, по сути. Вот в этом нам должен помочь, в чем числе и спорт, и дисциплина, всякие виды дисциплины телесной, и физическая культура, для чего мы, собственно, собираемся, чтобы быть работящими, чтобы быть бодрыми, чтобы быть, как говорит апостол Павел Тимофею, на всякое благое дело приготовленными, чтобы быть семейственными, чтобы смочь не только зачать и родить, но воспитать и довести до внуков, значит, дожить до внуков, довести детей своих до полной зрелости. В общем, для всего этого мы собираемся, поэтому я желаю вам быть. Желаю вам по Божьему благословению быть кающимися, какими вы, наверное, есть, раз вы христиане, богомольными, благожелательными к окружающим, бодрыми в работе, веселыми на отдыхе, работящими, трудолюбивыми людьми. Вот, помоги вам Бог, и все на помощь здесь, начиная от утренней зарядки, заканчивая там какими-то пешими паломничествами. Здесь все работает на человека. Добрый Христос да даст вам быть теми, кем вы должны быть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо, Господи. Отец Андрей, у нас небольшой подарок. И смотрите, вот есть совершенно оригинальный для вас подарок. Вот ребята хотят вам подарить Библию на татарском языке. Да, вот который приняли в Бобровск. Библия на татарском языке. Святое Писание, как называется? Изгей Азма. Чем больше, кстати говоря, я забыл, к трудолюбию, значит, к бодрости, к благожелательности к людям, добавить еще филологическую талантливость. Чем больше языков будете знать, чем на больших языках будете читать Священное Писание, тем большему числу людей вы о Христе расскажете. Вы тоже не упустите, это интересно очень.